Я свечу, здорово. О, я твою мать, это кто, блядь? Сука. Это, блядь, еще кто такой отец? О, она присела. Ебать. А-а-а! Сука, блядь. Надо было раньше. Вот сраный кролик или кто это был. Мудак. Так-так-так, сейчас поглядим. Bad Pals, с вами Лепас, и сегодня мы поиграем в хорорюшку, которая недавно вот вышла, и мне предоставил один человек в Дискорде, вот, новая игра, которая вышла. Это типа FNAF, как написали мне, это что-то вроде RPG даже, и что-то там подобное. Ну, настроек тут не богато, просто старт-гейм, и сейчас все мы посмотрим. Ну, короче, от создателей FNAF, типа RPG. Посмотрим. Sorry, I had to fill in for my shift. You probably heard about the new shipments that just came in today. They came from the Jollibee's restaurant right across the street. It's a shame they had to close down for some reason. I heard that something was stinging up the place and they had to shut it down because of health code violations. Animatronics had to be shipped for investigation. Now, this is where we come in. Don't worry. I'll guide you along the way, as long as you don't damage the shipments. Так, здесь можно, получается, и покупать, апгрейдить всякие. Так, ладно, нормально. Первая ночь. Пока нам ничего не доступно, ничего не апгрейдить. Давай попробуем. Жесть. Куда фонарь? О, быстро фонарик ушел. А это, блядь, чё? В смысле, я нажимаю? Да как так? Не понял. Оно вообще работает? Я не понял, он что-то не работает. Хотя нет, оно заряжает батареи, но оно не работает что-то. Так, здесь у нас 81%, здесь 95%, здесь у нас 100%, здесь у нас ничего пока что. Так, пока непонятно, что это за хак, как она, это по каким-то сигналам можно обозначать. Здесь по звукам, здесь камеры просто. По камерам, кстати, пока ничего не видно. Здесь непонятно, если честно, что это такое. Конвейер какой-то, конвейер. В смысле, блин, почему он не работает? Ладно, хер с ним, пока не разобрался. Уберем. Блин, фонарь быстро разряжается, за секунду буквально. За параш. Так, а что здесь? Как спрятаться-то? Сниз, ёб твою мать, нельзя, не хочет. О, спрятались. Все, понял. Выход. Вот бы нам на выход уйти. Так. Вот это быстро вообще падает. Систем стабилити. Давай перезагрузим. Посмотрим, что будет. 100% он нормально, быстро очень. Так, вот это можно тоже работать. Хорошо. Тихо. Так, вроде все чисто. По камерам вроде никого нет. Ну, как обычный оригинальный FNAF, только много очень интересных плюшек. Что очень радует. Так, а где тут эта тварь? Где находит? Я ее что-то не вижу. Так, по аудио. Как она аудио работает? Оба-на. Опять что было? Тихо. Уйди, вниз, спрячься.
где-то здесь, рядом. Куда ты сникайся обратно? А как понять, что он ушел? Планшета-то у нас нет. Так, а дверь что открыта, я не понял. Какого хера дверь открыта? Так, а у нас где он вообще будет выходить? Здесь только с двери и все. Так, что у нас там по звукам? Здесь опять. А, эти проверка, типа он здесь или не здесь. Опять здесь, здесь. Нет, просто проверка какая-то. Все. Ничего нету, все чисто. Оба, на что ты? Не понял. Как оно, интересно, ходит? Так, вроде все чисто. Если не ошибаюсь. Да, вроде пока чисто все. Блин, пока непонятно как, но стремновато, особенно если он сейчас внезапно появится. Сколько там время, кстати, осталось до конца этого дня? Где у вас время? Время. Что за лес? Время. А время непонятно, кстати. Давай перезапустим. Так, здесь 100, 98, 84, это нормально пойдет. Так, с временем не понятно. А, может, это как раз работать надо. А чё он не работает? Алло. Не понял. Мы, короче, пропустили. Я не понял, как эти ящики вообще работают. Оно ни хера не работает. Херня какая-то, параша. Нажимаешь, нажимаешь, не работает. Так, что у нас такое? Не работает пока. Доброе утро, здорово. 0 баксов, 0 баксов. Ладно, стартуем еще раз. Вот это как параша работает. Зажимать надо. Я нажимаю на эти, на клавишу, на клавиатуре, оно не работает. Вот как оно работает. С. Сюда идет. Д. Ай, блин. Надо вот так ждать, пока это проедет. Проехало. С. Погнал. Проехал. С. А, погнал. Все, изи. Все теперь понятно. Блин, вообще ни хера не понятно, что нажимать. Как перетаскивать надо, получается. Тут полосочки. Да ёб твою мать, что он не работает? Как попасть, наверное, в точку. В дырку. Здесь нас никто не тронет за это, пока мы работаем. Не понял. Кто там жужжит? Уже никого нет. Так, работаем дальше. Чего не знаю. 50 штук, жесть. Он так работает, надо смотреть по камерам, чтобы не обосраться. То вдруг он подкрадется. Так, сюда иди нормально. Отлично. Так, это что, как работает, вообще непонятно. Может, кстати, первый день никто нас не будет трогать. Это хорошо, если никто не будет трогать. Да в смысле? Стой, 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 чё барахлит так как? Чё так барахлится? Так, система работает.
Reboot. Reboot. Да камера, наверное, барахлят уже, потому что тут что-то... Reboot надо. Так, вроде все чисто, вроде никого нет. О, это что было? Стой, 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 это мне кто? О, ёпта, это он? Это что, он? Так, смотрим. Это он далеко еще. Так, еще 10. Так, вроде лошпед стоит на месте. Где? Так, он уже здесь. Еще 3. Еще чуть-чуть. Еще 2. Еще 1. Все. Все, по сути. Фу! Я должен был 51 сделать. Так, 600. Сколько? 1000 бачей получили, нормально. Первый день прошли. Так, а вы открыли работы и магазины, проверьте, окей. Так, что у нас? Бокс транспортировка, бокс проверка, принтинг, дривинг. Чё, блять? Это чё? Так, чё и выбор, короче, здесь по боксам, короче, выбираем работу, какая у нас будет здесь. Так, а давай попробуем теперь вот это. 4 работы, нормально. Так, Джоли Бэ Функа, это кто? Кружка World. Понятно, херня какая-то. Зачем нам эти игрушки? Маски какие-то. Пока непонятно, зачем эти маски, это то ли для чего-то там. Версия, каждый друг. Короче, непонятно пока. Так, здесь у нас апгрейды, мать он детек. Аудио, ребут, флешинг, флешлайт, я не знаю, может флешлайт лучше. 1000 баксов, камеры. Хотя, мне кажется, камеры лучше улучшить. Апгрейд давай, камер, оба. Давай еще сразу улучшим камеру. Все, камеру улучшили, отлично. Так, берем это, стартуем еще раз. Давай пробуем, что у нас здесь. Первый день мы прошли. Однако, интересно посмотреть. Так, что это у нас? Light, flashlight, heavy. Ой, это кто? Ага. Что делать? Это что за по-другому тут все? Так, погоди, что надо делать? Ёптыш, это еще и ищи буквы. А! Ёбаный рот! Вот это жестко! Вот это неожиданно! Вот это прикольно, блин! Так надо фонарик надо было нам. О, вот это хорошо. Да, ну было прикольно. Давай еще раз попробуем. Ночь вторая. Погоди. А, в смысле, а что это такое? А, мы типа работу выбрали, это совсем другое. Это там работа, а это у нас просто сидим и ночь пробиваем, понятно. А я хотел то. Как выйти, я хочу то попробовать. Да, давай выйдем. Да не, какой ребут? Да не, ну какой выйти с игры? А прикинь, она не сохранила ничего. Блин, это будет плохо, печально. Так, старт гейм. Сохранила, да? Ой, сохранила, отлично. Так, работа, вот. Дривен. Здесь еще какие-то две. Давай это попробуем еще раз. Мне понравилось, блин, прикольно работает. Так, его нету. Что мне делать, если он... Что мне делать, если есть? Так, если... Что-то там... Не свети своим фонарем. Чего, блин?
Так, погоди. Так, он здесь. Что мне делать? Светить, не светить? Это что? Стой назад, дурачок. Светить фонарем или не светить? Я чуть не понял. Ваш фонарь светит в хете. Это, короче, какая-то хете. Уйди давай, вали отсюда нахер. Я не знаю, по-моему, надо в нее светить. Написано, и не свети вашим фонарем. Я свечу, здорово. О, я твою мать, это кто, блядь? Сука. Это, блядь, еще кто такой, отец? О, она присела. Ебать. Пиздец. Это жестко. Надо доставить еще букву в букву. А ты че это? Все нормально все. Так, ты где? Все нормально? Идем дальше. Блин, это сложно. А, здорово. Все, понятно. Он, короче, ушел. Короче, этого посветили, он ушел сразу. А это что? А так и будет? Смотрите нас. Не, погоди, она нас тоже напала. А, все, она ушла. Нормально. Б. Б-б-б-б-б-б-б. Где эта буковка Б, блин? Пока найдем эту Б сразу. Походу пройдет. Так, о-о-о, здорово, здорово. Так, он ушел, отлично. Опять ты, да ёб твою мать. Все, она присела, отлично. Короче, на нее надо светить, она попадать надо правильно. А где эта сраная Б? Сюда можно искать, сейчас там пиздец. Пизды надают. Пока мы найдем эту Б. Наверное, внизу где-то это Б. С. О, здорово. Так, давай тоже вали. О, присела. Все, все понятно, как с ними воевать. Да, буковки Б таки нету. Где-то снизу. О, нашли, отлично. Давай, почти приехали. Так, иди. Тоже сядь. Не понял. А чё она? Не это, я приехал, всё взял. А сколько надо мне? Икс, тут икс. А это, ну, походу, все, на каждую букву мне надо. Нифига, это долгая работа. О, иди, до свидания. Так, ну тут по времени, по сути, столько-то времени даются. Так, давай, оба. На то, чтобы они появились, я их уложил спать. Ну, довольно легко, не так уж сложно. А-а-а! Сука, блядь. Надо было раньше. Вот сраный кролик или кто это был. Ну, мудак, я ничего не заработал из-за него. Ладно, ребятки, давайте на этом закончим. Игра просто потрясающая. Пишите в комментариях, там, хотите продолжение. С вами был Лепас. До скорых встреч. Пойду я лучше постираю свои трусы. Пока.